МС Кабанки. Время облачаться в траур. Раунд! Бля, буду гангстером. На, серьезно, ты не верил. Я не спросил. Где наш бизнес, братан? Короче, мы в Барселоне. Уже новая камера, уже новый левел. Вот это будет. Не, я египетскую я пропущу. Я жену нашел. Смог вообще. Новая шутка для коммента. Прикури. Рифмы как из РПГ, братан. Есть грабли? Мы только что курнули шишки. Смоки снится новый альбом Карате 2. Смоки, расскажи немножко по поводу того, что происходит. Приехали на съемку клипа, хэштег, песня называется «Дядь». Я когда слушал альбом, этот трек меня больше всего зацепил. Я так и понял, что клип будет на него сниматься. Джина с нами, кстати, пацаны. Скажи, когда альбом? Бля, не знаю. Не знаю. Но скоро. Но нужен. Да, нужен. Мне, наверное, больше всех, блядь, же хочется, не в смысле там вообще-то закрыть гештальт. Это пиздец. Даже если у тебя готовый альбом, пока ты его не выпустил, ты, блядь, очень сложно, типа, что-то новое писать, потому что как будто что-то висит тяжелым грузом. Реально так, блядь. У меня даже, ну, есть когда куплет один в треке, а второй еще не придумал. Я дальше не сажусь ничего писать, пока не придумал куплет. Тяжеляк. Тяжела, блядь, планида артиста. Тоже покажи им флекс, смог. Я стартую в низком флексе, шаришь, кто здесь на финессе. Собираю эти песы и со мной эти секс. Блять. Сейчас с Яниксом? Конечно, я его большой поклонник. Ты его фанат? Ну не фанат, а поклонник. Сейчас он приедет. Вон он. Яникс подъехал на Мерси с охранником и с водителем. На машине дорогуаев, и этим очень горды. Кто у нас подвалил? Тебя можно поснимать во влог, Смоки Мо? Яникс, да. Здесь. У тебя есть влог? Она на ТВ, ты не видел? Нет. Официальный. Сейчас у всех у Жака влог. У всех, Смоки, короче, блог. Да. Не блог, а влог, пацаны. Влог. Какая разница? Попрошу. Большая, блог это писать. Типа текстом. Блок, ты что, еще не блогер? Ты что, не шаришь? Я не хочу в это вообще. Я не подожди, полгода назад я тоже не хотел. Что, у тебя новая прическа? Каждые два дня новая прическа. Дня. Это все. Такие пробные просто. Выкидываешь. Дань уважения Snoop Dogg. Как ты относишься к тому, что ты теперь, как и мы, олдскул? Еще нет, да, не торопи события. Ну, года полтора и все. Нет, ты че? Нет, олдскул это когда вот музыка, которую я делаю, она станет не актуальна. Когда будет олдскул, а так-то... Ну ты понял, да? Подписывайтесь на канал, Яникс просит. Пожалуйста, дайте немного уважения для Смоки Мо. Она на ТВ. Все, я собрал сумки. Пишу Смоки, то что все, я выезжаю. А просто ББ взял билет отдельно, и он должен был с нами лететь. Вот, и пишет в конфу, что визу, которую он взял, откроется только 16 числа. А мы вот вылетаем 6. И я был просто ошеломлен этой новостью утром и офигел. Поэтому, походу, мы со Смоки летим одни. Что? Ну и хуй с ним! Йо, Смоки Мо, ура! Давайте, конечно. Что нужно сказать? Не, просто фоткать. Фоткать. С радостью. А что делать? Давай, нет. Без обнимашек дальше. Это тот редкий случай, когда люди подошли сфоткаться и не знают, что делать. Ну, дадим им пару минут на раздумье. Огонь.
бизнес, братан. Короче, мы приземлились. Короче, сейчас проходим таможню, забираем сумку и едем заселяться. Нас сейчас встретит секретный человек. Короче, мы в Барселоне. Я делаю все, что хочу. Вхожу, выйду, сука, бля, ух. Она скачет сверху, бля, ух. Все эти рэперы, фу. Я делаю все, что хочу. Вхожу, выйду, сука, бля, ух. Вот мы прилетели. И кто у нас тут? 13-й Барселона, э? 13-й нас встретил. Прикинь, хайп. Кинул 1 евро, короче, получил 2, бля. Нихера себе, так как аппарат. Е, кэшбэк, кэшбэк. Кэшбэк, 2 евро. Масть идет. Кстати, новая камера уже, новый левел. Да, у нас 6-й GoPro, прикинь. А, вы все-таки взяли, да? Взяли 6-ю, поэтому ты будешь в хорошем качестве у нас. В HD, держи. Приболел только. За бастовки есть, действительно. Как бы арестовали главу Каталонии, Карлоса Пучдемона. Серьезно? Да. Его арестовали в Германии, сейчас он был выпущен под залог. И его сторонники вышли на улицы и наводили беспорядки. Но в основном это всякая молодая пьянь была, которой делать нечего. Потому что все серьезные люди, там нотариусы, адвокаты, они все против этого отделения. Это знаешь, как от квартиры кухню отделить. Ну да. И получится апартамент. А также в истории с Каталонией. Ей никто никогда не даст отделиться. Были такие, страна Басков, они хотели отделиться. Я помню, они, да. Они взрывали, помнишь? Да, что да, было? Да, их попересажали, ну, все. Они ничего не добились все равно. Это на границе с Францией было. Абсолютно верно. То есть они ничего не добились. То есть, а каталонцы, которые даже ничего не взрывают на своих тракторах, что они добьются? Пусть успокоятся уже. Все будет ровно. Вот это будем жрать. Вот же, ананас! Я беру, короче, не думаю. Взяли, сняли фрукты мужика того, он насмотрел, типа, что за хуйня происходит. Не хотел, чтобы снимали. А где тут все телочки тусят? В порту. Где? В порту. Welcome, motherfucker. Напишешь для нее трек новый? Бай-бай, я лучше привет. На бывшем мне напоминает. Что? Заселяемся в номер, короче. Какой этаж, да, у меня 5-й. Че, как? Нормально. Барселона нормально. Да, Барса бывает хуже намного. То есть сначала была просто музыка. Сначала без типа текста. Фанки было. Ну, люди как бы там шел бит, диджей запускал. Люди читали что-то незамысловатое, дискотечное. Люди танцевали под это, двигались, да. Потом начал появляться там гэнгстер рэп. West Coast. В середине 80-х, там West Coast, да. Но с выходом там в Нью-Йорке некоторых пластинок лирика вообще изменилась. А я, поскольку вырос типа на нью-йоркском хип-хопе, для меня всегда очень важно было типа, ну там тексты, там лирики. Ну и в Питер тоже располагал писать что-то такое, ну потому что мы там, конечно, жестко. Мы только что курнули шишку. Как Янг так бы сказал. Я взял тёлку, сразу её наказал. О. Бля, бит закончился, это плохо. Блядь, это мне напоминает фифтика. Да, пиздец, натуре, чувак. Как ты относишься к музыке, вот просто типа West Coast, ну чтобы качаться? Вот по какую-то музыку качался в зале? Что тебе дает драйв, слушай, силу? У меня нет какого-то там фитнес-плейлиста. Это обычный плейлист, а обычный плейлист, да, который я слушаю постоянно. То есть нет какой-то музыки, которая прям мотивирует там подраться, покачаться, ну, что-то прям жестко. Ну это мои любимые треки. У меня нет, я отдельно не слушаю, чтобы мотивировать. Все мои любимые треки, они мотивируют. Она будто хочет мою душу и крови мой автограф. Я шепчу ей на ухо, не бойся, будет не больно через несколько минут. Доверен поводырю, поэтому вхожу вслепую. Ладно, хорошо, к тебе вопрос тоже. Просто мне кажется, это интересная тема. А вот ты когда качаешься, типа, ты какое музло слушаешь? Жестко, качающее, или тебя без разницы? Ты текст обращаешь внимание или группу? Ну, я нигеров слушаю все время.
Просто мне... Я, мне нравятся такие песни, знаешь, которые более бодрящие, там, знаешь, какие-то... Жесткие там. Не, не то, что там, чтобы там кричали, скримили, там, нет. Мне нравится именно вот, как вот Migos, да, там, такие, от которых тебе просто там чуть-чуть на душе веселее становится, знаешь, ты как-то получаешь этот заряд энергии туда. Не знаю, мне такие песни нравятся. Мы не встретимся на дне, я как Скрудж Макдак ныряю, бассейн золотых монет, бассейн золотых монет. Куплю себе картины Дали и Мане, будут висеть у меня на стене. Вчерашний бродяга, миллионер, они все такие нихуя себе. Все люди продажные, вопрос цене. Все заебало, так нет тебе. И тусуешь, кем попало, для тебя меня нет. Я забиваю штаки, я скушал много барбитуры, разболтал секрет. Думал спрятаться у шкуры, но мы вышли на твой след. О нет, пацан опять поет про аппарат планет. Дай мне автомат, буду вырубать их всех. Вырубать их рэп, сука, нахуй всех. Кто Смоки, немножко табака. Прикури. Блять, табак какой-то странный у вас. А что ты кашляешь? Табак я дрёв. Я же не курю уже 2 года. О, вкусненько. Страубери гуава. Хороший табак. Знатный. Да, они издеваются. Я посмотрел уже 11 минут этого видеоблога. Он называется «Кизару отшивает бездомную». Мне показывают Яникса, Смоки, Перца с Дома 2. А я хочу увидеть Кизару. Я смотрю это, потому что здесь есть Кизару. Когда, блядь, появится Кизару? Наёбщики, блядь! Наёбщики! Это кореш 69? Это его сын. Не брачный. Сын 69. Черный. 69 родился черный. Снайпера любит, короче. Прямо альтернатива. Прямо это уже альтернатива. Гроулинг какой-то уже. Сейчас то, что от него вам точно. Это типа мой трек, это мне нравится. Давай пофлекси, Смоки. Пофлекси, Смоки. Я это вот так, короче. Yeah. Это бокс, это не то. Покажи, как правильно. Эй, покажи, Выбери. Давай, показывай дальше, учи. У тебя глаза горят. Я жену нашел. Да. Ну что, доброе утро. Второй день проснулись. Я почти вчера не спал. А сейчас выспался. Буду вставать. Я сейчас напишу Смоки, будем выдвигаться в парк. Посмотрим, как Кизару на скейте трюки мутит. Город не остается незащищенным без Смоки Мо в плаще. Как дела, бро? Нормально, погода радует. Немного пасмурно сегодня, хуйня. Антон решал вопрос, а трудно ли быть богом ему. Сколько стоит доза радости, если печаль не стоит ничего, ну и так далее. Погуляли по центру Барселоны. Кевина слишком много во влоге. Новая шутка для коммента фэном. Сейчас проверим, на что он способен. Смоки, ты будешь с ним? Кто круче катается? Батлис. Я не катаюсь. Ну, придется. На этих улицах надо катать. Йоу, меня зовут Трэп Малой, Артемий Смирнов. Yeah. Мы здесь, Барселона. Смоки Мо, все здесь. Сейчас мы поснимаем, солнечная, как он... Солнечная погода. Трюки мутит. Сегодня вам покажу, что надо скейтить.
Чашка жизнь скейтбордиста. Что за базука? Рифмы как СРПГ, братан. Как СРПГ? Знаешь, стреляют СРПГшки, такие же панчлайны. Бам! Настоящие руки базуки здесь. Вот они. Груди базуки. Всех обнял, поднял, заплакал. Санкт-Петербург, видишь? СПБ. СПБ. Покажи знак, как показывает Питер. Питер, покажи Питер, братан. Попозже, ладно? Нет, сейчас. Хочу сейчас. Не знаю, хочу узнать, нравлюсь ли я тебе. Я тебе нравлюсь? Мы не увидимся больше. Я думаю, что нет. Почему? Увидимся с тобой на улице. Новые знакомства я заводить не могу. Новые знакомства нет, я просто нет. Сейчас ищу комнату тут. Я не знаю, я думаю, перестань. Ты подруга Кизару? Я не подруга Кизару, я просто знаю Кизару, знаю его людей, знаю людей, с которыми он делал мутки. Чего, блядь? Надеюсь, под мутками ты подразумеваешь музыку. Музыку. Я подразумеваю не только музыку, а торговлю. Конечно же, ее самую. Торговлю фруктами, ребята, фруктами. Чтобы никто фруктами, не... Фруктами, конечно же, овощами и цветами. Если бы у тебя была возможность, ты бы создавал, да, свою одежду? Естественно. И... Смотрите, что необычный тебя, камуфляж какой-то. Мы по встречке ебашили, пацаны. Где кого-то слышал, да, я их разорву. Это мой офис. Здесь надо ебашить. Сколько лет ты уже работаешь на этой студии, Олег? Сегодня и пожрем на выигрыш, и потусуем. Дальше читать не буду. Заткнись! Давай, вытягивай руку и танцуй танец эротический. Олег, расскажи, как у тебя вообще стоит звукоинженером? Про Маркуса расскажи. Бля, ну вот представляете, русский пацан приезжает в Барселону. И у меня ни корешей вообще, никого нету. Типа ни связи, ни корешей, всем похуй, кто ты вообще. Ты для них никто. Пустое место, бля. И ты начинаешь жить, и тебе очень уже хочется поработать над музыкой. И, в принципе, ты уже написал там пару треков, но ты не знаешь, куда пойти. Куда можно пойти в другом городе на студию нормальную найти, где человек согласится с тобой работать, плюс у тебя нету денег много, чтобы платить за студию, потому что студия нормальная. Блядь, это хуйня. Берут нормальные бабки. И я просто тут реально зашел на Facebook или на Google, я не помню, вбил студия Барселоны. Сначала мне, естественно, первое показали, там кто зашел там сумасшедших деньги, прям огромная студия, я такой I wish I would be there, you know? But, ну, типа, не судьба. И второй или третий контакт, это был MLR Studio. И я просто написал ему в Фейсбуке, по-моему, это было. И я пришел на первую сессию, и он мне сказал, сколько стоит вообще. Что стоит 50 евро запись, и 100 евро стоит миксинг и мастеринг треком. И я ему сказал, что у меня есть для тебя 20 евро за все. И какой это был трек? И какой это был трек, который ты первый записал? У меня дежавю сейчас. Трек какой? Первый. Я все еще здесь. Янки. Я все еще здесь, парень. Хочешь доебаться на что-то там. Я не помню уже. Давно я был. Это когда вот как раз я уехал и долго музыку не делал. Я написал трек, я все еще здесь, парень. Это так было. Ебой.